ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какой старый знакомый вернулся на Юрвик, что же случилось на конном фестивале, какие лошадки будут продаваться не только на время этого праздника, но и постоянно, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе и в течение всего следующего месяца. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Пожалуй, обзор этого обновления мы начнем с фестивальной площадки конюшни Морланда. Если на прошлой неделе нам добавили задание с красной нитью и также разбежавшимися зверушками, то в этот раз нам дали задание помогать большой Бонни с уборкой мусора. Теперь на данном фестивале, как и в прошлом году, появился тот самый железный конь, в который вы можете загружать перерабатываемый предмет, а взамен получать весенние жетончики. Напоминаю, что данная возможность у нас осталась последняя неделя до 24 апреля, потому что именно в обновлении в среду данного числа ивент уедет до следующего года. Кстати, это повод поторопиться, потому что те лошадки, которые продаются именно в Морланде, это два араба, англичанина, лузитана и андалуза, продаются здесь со скидкой, если вы об этом еще не забыли. Но при этом есть хорошая новость. Лузитаны и андалузы будут постоянно перемещены на Юрвик и будут продаваться вместе со своими породами в хозяйстве Серебряной Поляны, только уже без скидки. Это значит, что двух лузитанов и андалуза вам не нужно будет ждать в течение всего года, теперь они будут доступны вам постоянно, но только не за 570 старкоинцев, а ровно столько, сколько стоит обычная лошадка данной породы. К нам вернулся старый знакомый. Давайте же поприветствуем Раптора. Мы его не видели очень давно, с тех самых пор, как добавили Mistfall, где было связанное с ним сюжетное задание. Так что давайте же увидим его возвращение. О, он здесь все еще с волчонком. Это, видимо, отсылка на последнее событие Mistfall. Кстати, волк очень классный. Можно мне тоже такого питомца? Он тут. Возьми меня за руку, а то я в обморок упаду. Поиски родственной души. Все. Раптор снова с вами. Всем рэп. Почитай нам рэп, Раптор, пожалуйста. Всем респект, йо, всем хай. Раптор уходил за кулисы, но это не значит, что у него кризис. Я теперь не Раптор, зови меня Ризи, и мой хайповый рэп вас вырубит на изи. Что-то, привет из прошлого, я типа устарел. Походу, кто-то тут от зависти позеленел. Браво, бис. А, это, мол, она позеленела от зависти. Солнце встало, хей-хо, Раптор вернулся, хей-хо. Но имя мое теперь Ризи, от моих битов кайфуют лисы? Ризи уже не тот, йоу. Неправда, Раптор, то есть Ризи, все идеально. Ты звезды, они такие, йоу. Динь-дон, покедова. Блин, они. А почему они не сделали реальных птичек над головой? Что за подобие? Это же было бы прикольно. Ой, какой он классный! Я хочу себе такого питомца-собаку. Так, надо, пожалуй, вернуть звук. Так, все. Это Шакира! А я не помню, кстати, откуда она у него. Честно, позабыла. Обожаю Ризи. Ох. Ну нет, почему Ризи? Это навсегда, во веки веков будет Раптор. Почему Ризи? Зачем они решили сменить ему имя? Это же Раптор. И у него над головой до сих пор Раптор осталось. Это неправда, несправедливо. Я надеюсь, они в будущем не обновят ему модельку. Это было бы немножечко прискорбно.
Давайте фото на память. Такая знаменитость. Шикарнейшая знаменитость. Вместе еще с Шакирой. Ой, да. Ну, на самом деле, так и непонятно это все. То есть он просто вернулся, и у нас человек упал в обморок, или есть что-то еще? Нет, видимо, больше ничего. И на последней неделе нам было добавлено еще два задания, связанных с ездой по выездке. Первое из которых — это тренировка, и второе — мастерство двойного вольта. Это то же самое, что и обычная юрвикская выездка, просто содержащая в себе элемент двойного вольта. Ну а также не теряйте времени даром, ведь только сейчас, последнюю неделю, уже оставшиеся несколько дней до обновления в среду, есть шикарная возможность прокачать ваших лошадей, так как все гонки получают X2. Это значит, что самые простые гонки на конюшне Юрвика, именно у Яники Холмс, будут давать вам 800 опыта лошади. Это очень много и очень полезно. То есть, если каждый из этих гонок дает по 800 опыта, вы уже представляете, сколько вы сможете заработать в общей сумме опыт для прокачки ваших лошадок. И также такое же удвоение распространяется на гонки Морланда. Даже не верится, что на следующей неделе уже уходит конный фестиваль. Мне казалось, что он будет с нами аж до 1 мая. Но, к сожалению, нет, и 24 апреля он покидает Юрвик. Но вместо этого к нам приедут новые масти французского селя, орденской лошади и мустанга в честь прихода весны. А также будет добавлено некоторое задание, связанное с Майей, что она не успевает с уборкой и нам придется ей помогать. Ну а также нам предлагают сменить прическу. 1 мая нас ждут ковбойские развлечения на ранчо Старшайна. Приедет особый гость с очень интересным предложением. 8 мая — скачки без всяких забот. Надоело бесконечно облегчаться на Руси. Теперь мы сможем спокойно сесть в седло и наслаждаться видами. Если честно, я не поняла суть этого текста на 8 мая. Надеюсь, ближе к этому дню мы поймем, о чем все-таки это обновление. А также все вокруг шепчутся про ранчо Старшайна, но об этом подробнее в следующем плане, уже на летний первый месяц, на июнь. Ну и, к сожалению, все еще старая плохая новость. До сих пор нам недоступны донаты через приложение, к сожалению. Не знаю, лечится ли это или не лечится, но я, если честно, надеюсь и не опускаю кулачки, что после ухода ивента конного фестиваля, фестиваль конного спорта, нам все-таки это все починят, и мы сможем спокойно донатить через iOS-устройство, как и раньше. Ну а на этом все, обновление подошло к концу, спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, как вы провели фестиваль, много ли шмоточек купили, или же новую лошадку в новом виде. Ну или просто, как провели на нем время. Участвовали ли в соревнованиях, занимались ли с клубом на плацу конюшни Юрвика. Ну или, может быть, с вами приключились какие-то интересные истории. Ну а на этом все, я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео.